Здравствуйте, в эфире передача «В поле зрения». Сегодня гость нашей студии – начальник управления опеки и попечительства Марина Гальченко. Марина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Много ли детей, принятых в семьи на разные формы устройства, находится в Ликино-Удалевском округе? И какова тенденция в последние годы? Охотно ли берут детишек? Вы знаете, у нас на учете в управлении состоит 844 ребенка, из них жителей городского округа Ликино-Дулево около 300. То есть 122 ребенка у нас воспитывается в приемной семье и 174 находятся под опекой. Если говорить о тенденции, то надо сказать, что за последние годы количество детей-сирот у нас значительно сократилось. Это прежде всего связано с тем, что в первую очередь социальные сироты. То есть сегодня во главу угла, безусловно, поставлена работа с кровной семьей. И вопрос лишения родителей родительских прав, безусловно, рассматривается как уже крайняя мера. То есть тогда, когда уже как бы защитить права ребенка иным способом невозможно, кроме как лишение родителей родительских прав. Вот за последние годы действительно такая тенденция очень позитивная есть, когда количество лишенных родительских прав в городском округе Ликино-Дулево сокращается. Хотелось бы сказать о том, что, конечно, у нас есть еще, безусловно, сироты, то есть это дети, которые остаются без законного представителя в случае смерти единственного или обоих родителей. То есть вот к числу таких, число детей-сирот, если количество социальных сирот уменьшается, то количество детей-сирот увеличивается в связи со смертью родителей. Хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день, безусловно, все дети, вот я не случайно сказала, что все дети воспитываются в замещающих семьях. То есть это около 300 человек, которые воспитываются сегодня на территории городского округа и воспитывают Ликино-Дулево, и воспитываются все в замещающих семьях. Детей в учреждениях сегодня у нас нет. Ну, прежде всего, это связано с тем, что в свое время была закрыта Ильинская коррекционная школа в связи с тем, что практически все дети были устроены в семьи, и то количество детей, которое там оставалось, очень незначительное. В общем-то, это были уже выпускники 9 классов, которые поступили в профобразование. Есть социально-реабилитационный центр, это по линии социальной защиты учреждения, это социально-реабилитационный центр «Наш дом». Но там у нас находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть детей, имеющих статус ребенка-сироты или оставшегося без попечения, там сегодня нет. Если вдруг в силу каких-то обстоятельств ребенок там все-таки появляется, выявляется, то в случае, если, например, мама написала заявление о помещении ребенка, и, соответственно, вот такой случай последний у нас был, когда она поместила ребенка в связи с трудной жизненной ситуацией, но, к сожалению, скончалась. То есть ребенок, соответственно, был выявлен как сирота, находясь в учреждении, и у нами, управлением опеки, были приняты все меры на устройство его в семью. То есть безусловное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Если выявляется ребенок, оставшийся без попечения родителей или сирота, то в первую очередь мы, конечно, работаем с родственниками. Вот. И вы знаете, к сожалению, у нас еще часты такие случаи, когда родственники просто боятся ехать в опеку, если вот ребенок остался сиротой, потому что все считают, что если сейчас придет опека, они приедут, то ребенка обязательно заберут. Вот я уже неоднократно выступала, об этом говорила. Орган опеки может забрать ребенка только в том случае, если отсутствует родственники, которые готовы взять ребенка в семью, отсутствуют граждане, которые тоже готовы. У нас, к счастью, есть такие случаи, когда, например, соседи, настолько близкие отношения, вот, знали хорошо семью, родителей, и, соответственно, ребенок также их знает. То есть они принимают ребенка в семью. То есть такие примеры есть. Есть близкие, друзья семьи, которые тоже готовы принять ребенка. То есть мы работаем с каждым гражданином. Если нет родственников или невозможно передать родственников в силу возраста, либо в силу заболевания, либо наличия судимости. То есть вот те основные факты, основания, вернее, которые могут как раз повлиять на принятие отрицательного решения по передаче ребенка в семью. Тогда рассматриваем, безусловно, дальних родственников, знакомых, друзей. То есть право ребенка жить и воспитываться в семье – это первоочередное право, и оно урегулировано действующим законом, то есть, в частности, семейным кодексом.
Поэтому в случае, если вот за весь этот период времени, с 2008 года, все наши детишки, все, кто был выявлен, они все устроены в семьи. То есть сегодня в детские дома дети не направляются. То есть они направляются только в исключительных случаях, если уже найти нельзя граждан, которые готовы принять ребенка в свою семью, либо сам ребенок не захочет идти. Ну вот я уже повторяюсь, что на протяжении этого периода, то есть практически за 6 месяцев 2018 года, у нас ни один ребенок не был устроен в детский дом из городского округа Ликино-Дулево. То есть каждый нашел свою семью. Безусловно, у нас вот уже 2 года на территории города городского округа и Ликино-Дулево, и Орехово-Зуево работает такой проект, и мы считаем он очень успешным. Это ресурсное родительство. Что это такое? Это семьи, приемные семьи, которые уже воспитывают детей, которые приняли уже детей, выпустили, имеют опыт воспитания. Они готовы принять еще одного ребенка в свою семью. И вот, конечно, есть случаи, когда, например, выявлен ребенок, и понятно, что ребенок категорически, например, не хочет. Да? Вот в данный момент мы его не можем устроить родственникам, значит, соответственно, рассматриваем вопрос об устройстве его в ресурсную семью. То есть ресурсная семья, она как бы понимает свою задачу, то есть она принимает ребенка временно для того, чтобы впоследствии либо разыскиваем родственникам, работаем, либо еще каких-то близких, знакомых. А уж если нет, то ребенок остается в этой семье, если у них все сложилось. То есть вот за прошлый год, в 2018 году, у нас такой проект начал свою работу, и хочу сказать, что, в общем-то, две абсолютно разные семьи у нас были ресурсные, и, в общем-то, результаты совершенно разные. То есть в одной семье ребенок остался и продолжает воспитываться, а другая семья, в общем-то, она сделала все для того, чтобы этого ребенка передать знакомым данного ребенка, то есть людям, которых ребенок очень хорошо знал. Пока они собирали документы, пока они готовились, проходили обучение, ребенок воспитывался как раз в ресурсной семье, эти семьи дружили друг с другом, вместе проводили выходные, отдыхали. То есть ребенок, в общем-то, налаживал контакт уже с потенциальными своими приемными родителями. То есть вот мы считаем, что, безусловно, ресурсное родительство сегодня помогает как раз избежать вот той трагедии, которую переживает каждый ребенок, когда помещается в организацию для детей-сирот. То есть будь это детский дом, будь это социально-реабилитационный центр. Вот. Действительно, это для каждого ребенка это травма. Поэтому, в общем-то, задача наша сделать все для того, чтобы минимизировать, безусловно, эти травмы, и для того, чтобы ребенок сразу воспитывался, в общем-то, оказался в семье. Тем более, если ребенок из семьи. Если ребенок из семьи, то, конечно, задача органа опеки сделать все для того, чтобы подобрать ему семью. Марина Александровна, все-таки что ставится во главу угла? Если ребенок уже в ресурсной семье, да, ему там комфортно, хорошо, но в то же время есть близкие родственники, которые готовы его взять, учитывается все-таки в первую очередь мнение самого ребенка или обстоятельства, то есть финансовая составляющая, родственные связи? Ну, вы знаете, безусловно, если ребенок старше 10 лет, он в соответствии с семейным кодексом имеет право выражать свое мнение, и, безусловно, мнение ребенка мы учитываем. Есть дети до 10 лет, то, конечно, все равно с ребенком беседуют психологи, то есть выясняют степень привязанности его и так далее. То есть принятие решения, конечно, оно не носит такой, знаете, быстротечный характер. То есть, да, забрали, передали другому, ни в коем случае. То есть все исходя из интересов ребенка. И я еще раз повторяю, у нас сегодня есть службы, созданы службы, служба сопровождения наших семей. И это очень большая армия специалистов на сегодняшний день. Это огромное подспорье в работе с нашими замещающими семьями. Эта служба сопровождения у нас действует на базе областного учреждения «Семья и дом». Это организация для детей-сирот. У нас работает Орехово-Зуевский отдел областного центра сопровождения замещающих семей. И в городе Куровской у нас есть муниципальное учреждение, которое тоже занимается вопросом подготовки граждан и сопровождения замещающих семей. То есть
есть в штате этих отделов обязательно психологи, специалисты, которые работают как раз замещающими семьями и работают с детьми. Вот вопрос передачи ребенка в семью – это, конечно, работа в первую очередь психологов, когда они выясняют задачу. Мы, как орган опеки, безусловно, его мнение, а вот степень привязанности, насколько комфортно, насколько сложились. То есть это исходя уже из психологических заключений специалистов. То есть мы, безусловно, принимаем их во внимание. То есть в первую очередь все-таки мнение самого ребенка. Конечно, конечно, безусловно. То есть ведь, понимаете, когда мы принимаем решение о передаче ребенка в семью, наша задача сделать так, чтобы ребенок не пережил так называемое понятие есть, да, вторичное сиротство. То есть когда он вновь из замещающей семьи не оказался в учреждении. То есть задача как раз состоит в том, что если бы ребенка приняли, значит, его нужно сохранить в этой семье, ну, как минимум до совершеннолетия, то есть до 18 лет. И вот как раз на это тоже нацелены и наша служба, служба сопровождения. То есть сегодня у нас каждая семья, которая воспитывает ребенка с ОВЗ, то есть это ограниченные возможности здоровья, либо дети-инвалиды воспитывают, такие семьи у нас тоже имеют. Есть в городском округе Ликино-Дулево, которые воспитывают детей-инвалидов. Это многодетные семьи, то есть семьи, в которых воспитывается более трех приемных детей. Это семьи, которые прибыли у нас из других территорий, у нас в частности из других субъектов тоже приезжают, поскольку сегодня, в общем-то, мера социальной поддержки для замещающих семей у нас в Московской области достаточно хорошая, поэтому наш регион как бы привлекателен, и у нас, в общем-то, постоянно люди прибывают из других субъектов Российской Федерации. То есть вот эти семьи, они все сразу, как только мы передаем ребенка, мы ставим их на сопровождение. То есть с ними заключает служба сопровождения договор, где они проходят обязательную, ну, во-первых, каждый гражданин, который хотел бы взять ребенка, он проходит обязательную подготовку до сбора документов всех, до получения заключения возможности быть опекуном, попечителем, приемным родителем. Вот. Ну, а затем уже семья состоит сама на сопровождении. То есть есть разные уровни сопровождения. Есть, например, базисный уровень. То есть когда наши приемные родители повышают свой профессиональный уровень посредством участия в различных вебинарах, тренингах, семинарах и так далее. Вот сегодня очень популярна среди наших приемных родителей такая форма, как вебинар. То есть у нас сегодня областной центр сопровождения, ну, практически ежемесячно, то и два раза в месяц проводят тематические вебинары. То есть это очень удобно, безусловно, когда приемный родитель, не выходя из дома, да, находится у компьютера, имеет право задать любой вопрос, интересующий его, получить, соответственно, ответ. Действительно, у нас сегодня огромное количество, практически все приемные родители и вот та категория опекунов, которые воспитывают детей многодетных, приемные многодетные семьи, они тоже участники всех этих вебинаров. И действительно, вот, общаясь с нашими приемными родителями, они в один голос говорят, насколько это удобно и, на самое главное, насколько это необходимо им. Потому что, ну, действительно, они сталкиваются с различными проблемами и порой, в общем-то, обратиться к специалисту, это нужно время доехать, например, до Орехова, хотя у нас в Ликино-Дулево проходят тоже выездные приемы наших специалистов, у нас как бы вопрос этот решен. На базе образовательного учреждения школы номер 4 у нас проводились вот в течение всего года, сейчас летний период, с сентября они вновь возобновятся, выездные приемы наших специалистов, тоже психологов. То есть когда жители городского округа могут прийти также на консультацию, получить, соответственно, с ребенком, либо сами. То есть это вот базисный уровень. Есть, безусловно, экстренная помощь. То есть когда мы, например, как специалисты органа опеки пришли в семью, а мы в соответствии с действующим законодательством осуществляем надзор за деятельностью опекунов, осуществляем контроль за условиями проживания и воспитания наших подопечных детей. С момента передачи ребенка, то есть в течение первого года, это ежеквартально, а каждый последующий год это два раза в год, то есть через 6 месяцев. И если мы пришли и увидели, побеседовав с ребенком, понимаем, что или с опекунами, что действительно в семье какая-то тревожная ситуация, вот, либо конфликт назревает, либо еще какая-то, да, какой-то такой сложный момент, то, безусловно, мы их сразу направляем тоже в службу сопровождения. Наши специалисты не только проводят выездные приемы, специалисты-психологи, но и сами также выезжают на дом, то есть если в этом есть необходимость, для того, чтобы разрешить данную ситуацию.
ситуацию. То есть вот это, конечно, колоссальное подспорье, то, что сегодня именно есть средства в бюджете Московской области предусмотрены на создание таких служб, на штат специалистов, потому что это задача, прежде всего, этих служб – сохранить ребенка, сохранить семью, помочь ребенку в трудной ситуации и разрешить, конечно, все те проблемные моменты, которые возникают в этих семьях. Насколько я понимаю, учитывая вот эти тенденции, стать приемным родителем сейчас довольно сложно. Давайте я переговорю сейчас. Марина Александровна, ну, учитывая сложившиеся тенденции, как я понимаю, стать приемным родителем, если ты еще до этого не брал ребенка, довольно сложно, потому что дети все устроены. И все хорошо. Вы знаете, ну, на самом деле, если у гражданина есть желание, то проблем в этом нет. То есть первый шаг, куда должен обратиться, куда сделать должен гражданин, это, конечно, управление опеки. То есть он приходит к нам, мы даем ему направление на медицинское освидетельствование. Соответственно, они все граждане наши проходят это бесплатно по месту жительства в муниципальных, теперь уже в государственных учреждениях здравоохранения. Они получают направление на обучение по программе подготовки как раз вот, граждан к принятию ребенка в семью, или как мы называем, школу приемных родителей. Соответственно, освобождаются от обучения только близкие родственники. Это бабушки, дедушки, родные братья и сестры. Все остальные, в том числе дальние родственники, даже если они как бы хотят принять ребенка, да, в семью, или так сложилась ситуация, что кроме близких нет никого, или они не могут принять, дальние родственники принимают, они тоже проходят все обучение. То есть это программный курс, который предусмотрен, ну, в течение 2 месяцев они получают, они проходят занятия, они посещают лекции, у них индивидуальные занятия, групповые занятия, то есть, в принципе, вот та подготовка, она необходима для чего? Она необходима для того, чтобы минимизировать те риски, которые возникают с момента передачи ребенка в семью. То есть, самый сложный, конечно, это адаптационный период в каждой семье. То есть, мы понимаем, что когда приходит ребенок, да, уже с сложившимися привычками в новую семью, конечно, это очень все сложно, да, проходит адаптация не только у ребенка, но и, конечно, у приемных родителей, опекунов и, соответственно, у всех членов семьи, если в этой семье есть там дети, бабушки, дедушки и так далее. Поэтому вот это обучение, оно действительно помогает людям преодолеть проблемы так называемого адаптационного периода. И вот общаясь с нашими приемными родителями, опекунами, они все в один голос, особенно те, кто принимает детей из организации для детей-сирот, то есть не родных, они все говорят в один голос о том, что если бы не было этого обучения, то неизвестно, какое бы решение было ими принято. То есть они уже были готовы к поведению ребенка в этот период, к тем проблемам, с которыми они столкнутся, и самое главное, как эти проблемы разрешить. Ну и основной документ, который сегодня как бы необходим для принятия ребенка в семью, это справка об отсутствии судимости, это документы на жилое помещение, то есть выписка из домовой книги, свидетельство о собственности, если таковое есть. Согласие, справка о доходах, безусловно, то есть доход гражданина должен быть не менее установленного в Московской области прожиточного минимума на данного гражданина, то есть если это пенсионер, значит для пенсионеров, если это трудоспособный гражданин, значит, соответственно, для трудоспособного населения. Вот. Но хочу сказать, что на сегодняшний день вот такие документы, как справка о собственности, справка об отсутствии судимости, сегодня заказывается уже в рамках межведомственного обмена управлением опеки. То есть гражданин обращается к нам с пакетом документов, то есть это документы о прохождении обучения, документы, справка о доходах его, а все остальное мы заказываем уже сами, то есть в том числе вот с взаимодействием с Росреестром по получению информации о собственности, через МФЦ заказываем справку, выписку из домовой книги. То есть гражданину тоже не надо обращаться ни в какие организации. И, соответственно, получаем справку об отсутствии тоже судимости, либо о ее наличии, вот, если таковая у гражданина имеется. Вот. При получении всех документов мы готовим заключение. Ну, естественно, гражданин сам представляет, как я уже сказала, медицинское заключение. То есть он проходит по месту жительства специалистов-врачей и получает заключение уже у себя в поликлинике. О возможности быть формой
Форма этого заключения она утверждена приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации. То есть все наши учреждения лечебные знают абсолютно, ознакомлены с этим приказом и, в общем-то, по данной форме готовят все. То есть никаких проблем со здравоохранением у нас в этой части не возникает. Поэтому как только гражданин получает заключение о возможности быть, он, соответственно, встает на учет у нас в управлении опеки и имеет право с этим заключением встать на учет в любом органе опеки Российской Федерации по подбору детишек. Вот, если, соответственно, они не принимают семью, детей вот, родственников, там, либо знакомых и так далее. Но хотелось бы сказать еще о том, как только все документы сданы, обязательно мы выезжаем, делаем акт обследования, то есть смотрим, обследуем жилищные условия данного гражданина, на предмет выясняем мнение всех членов семьи, насколько они готовы к принятию ребенка, то есть это тоже очень важный момент. Есть единичные, но и случаи есть, когда родственники, например, возражали в принятии ребенка в семью. То есть такие единичные случаи, но есть. Поэтому сразу возникает вопрос. То есть там, когда отсутствует понимание членов семьи, то, конечно, передать ребенка в такую семью для нас уже тоже возникает вопрос. Насколько комфортно будет ребенку и сможем ли мы вообще передать, если, например, бабушка категорически была против. У нас был такой момент, который живет с ними в квартире. Который живет с ними в квартире, то есть которая категорически возражала против того, что появится совершенно чужой ребенок, как она говорила. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что чужих детей у нас не бывает. То есть в любом случае, принимая ребенка в семью, он становится родным, близким, и, соответственно, отношения вот у всех наших приемных родителей в приемных семьях, в общем-то, это настолько родственные, они их называют мама и папа, безусловно, то есть потому что действительно они становятся для них родителями, даже порой роднее, чем их самые кровные родные родители. Дети с ограниченными возможностями здоровья, все-таки принять такого ребенка в семью – это подвиг? Много ли решаются? Вы знаете, ну, практически, в общем-то, все дети, которые сегодня передаются в семьи, они имеют ограниченные возможности здоровья. То есть вот за мою практику, наверное, всего 2 или 3 ребенка было. Это дети, которые имели первую группу здоровья. То есть, ну, будем говорить, абсолютно здоровы, да, относительно здоровы. Вот. А почему? Ну, в основном у детей, как правило, дети, которые воспитывались вот не совсем, да, в социально опасных таких семьях, конечно, вопросы здоровья детей уделялось недолжное внимание родителями. Вот, не своевременно, например, проходили медицинское обследование и так далее, обращались к врачам. То есть много вопросов есть. И, в общем-то, как правило, у детишек вот, имеют место быть вот, определенные заболевания. То есть они имеют ограниченные возможности здоровья. Разные, причем заболевания, безусловно, но вот эта категория детей, она, как правило, в общем-то, ну, будем говорить, не возникает у наших приемных родителей в отношении, ну, безусловно, если, конечно, серьезные диагнозы, да, вопросы возникают, но вот такие, как, например, то есть третья группа здоровья – это ребенок, имеющий какое-то хроническое заболевание, то есть оно просто следует лечению, дальнейшему выполнению всех рекомендаций врачей, и со временем этот диагноз, безусловно, снимается. То есть у нас было случай в практике, когда девочка из дома ребенка передавала семью, девочка была с таким серьезнейшим заболеванием, как ДЦП, это даже не третья группа уже здоровья была, и в результате вот той работы, которую, я по-другому не могу сказать, провели приемные родители вот, в части ее лечения, то есть спустя буквально 1,5 года они нам прислали фотографию, когда девочка уже с опоры стоит на море, то есть они вывезли ее на море, и вот там как раз, ну и поэтому не только как бы постоянно вывозили, то есть ребенок был на море, ребенок проходил курс массажа, реабилитационных мероприятий и так далее, то есть они настолько серьезно занимались ее лечением, что результат, в общем-то, имел место быть. И, конечно, и в наших учреждениях, безусловно, особенно в доме ребенка, это учреждение, которое находится на территории городского округа Орехово-Зуево, делается все для того, чтобы дети получали надлежащее лечение, естественно, комплекс реабилитационных мероприятий, безусловно. То есть возможности, конечно, Минздрава сегодня колоссальны, но тем не менее, вот мы всегда говорим, что семья – это то чудо, которое, в общем-то, помогает ребенку еще любовь, ласка, забота родителей. Они действительно творят
творят чудеса. У нас 2 года назад были приняты 2 ребенка, это дети-инвалиды, тоже крайне сложные дети по состоянию здоровья, из Краснодубравского детского дома-интерната «Журавушка». То есть на протяжении всего, в общем-то, длительного периода устройство детей из этого учреждения практически, ну, его не было, будем так говорить, не практически, а его действительно не было. То есть граждане, когда видели состояние здоровья, диагнозы детей, конечно, в общем-то, они их пугали. Не каждый гражданин готов принять такого ребенка в семью. И вот 2 наших приемных родителей, причем они, женщина, приемная мама, она бывший сотрудник этого учреждения, а папа, он сегодня продолжает еще там работать. Вот они настолько прикипели к 2 детишкам, в общем-то, они их приняли в семью. И вы знаете, ну, действительно, сегодня вот за период пребывания детей в семье, то есть мы увидели совершенно других детей. Вот. Ну и в плане здоровья, безусловно, ну, и в плане вот адаптации вообще. Хотя я говорю, что в наших учреждениях такие условия созданы для детей-инвалидов, вот, в том числе и в Краснодубравском детском доме-интернате, и специалисты работают прекраснейшие. Но семья, она есть семья, она действительно творит чудеса. Вот мы в это уже верим и понимаем, что каждый ребенок действительно должен жить в семье. Марина Александровна, какие меры поддержки существуют? Потому что все-таки воспитывать ребенка, заниматься его здоровьем требует больших затрат. Вы знаете, вот с 2013 года у нас в Московской области, это была инициатива губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, во-первых, установлено вознаграждение приемным родителям, которые воспитывают детей вот с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Это размер такого вознаграждения каждому приемному родителю составляет в размере 25 тысяч рублей. То есть это единственный субъект в Российской Федерации, Московской области, в которой установлена такая мера социальной поддержки. То есть для чего это было сделано? Это в первую очередь было сделано для того, чтобы если семья принимает такого ребенка, мы понимаем, что почему у нас так было очень большое количество таких детей в учреждениях, потому что понимаем, что забота и уход за ребенком-инвалидом, он требует нахождения постоянно дома одного из родителей. То есть, ну, как правило, это мама, да? То есть она должна оставить работу и, соответственно, осуществлять заботу, уход, развитие этого ребенка и так далее, и так далее. Поэтому вот именно тогда и губернатором было принято решение для того, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, введена такая мера социальной поддержки. Кроме того, у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей подопечных. Они зависят от возраста ребенка. Вот, максимальный размер его составляет 17 тысяч. Это в случае, если ребенок маленький и уже ребенок вот, старше 16 лет. Вот. У нас предусмотрены ежегодные пособия. Это тоже в Московской области, в общем-то, в немногих субъектах такие выплаты предусмотрены. В Московской области один из немногих, когда есть такая значительная мера социальной поддержки, как ежегодные пособия. Оно индексируется каждый год и составляет вот в этом году порядка 33 тысяч. То есть эта мера социальной поддержки предусмотрена на приобретение для ребенка предметов, будем говорить так, длительного пользования. Есть каждый наш ребенок, безусловно, пользуется бесплатным проездом к месту учебы, либо к месту отдыха. Для приемных семей есть еще одна замечательная мера социальной поддержки, которой наши приемные семьи тоже активно пользуются. Это компенсация возмещения расходов за совместный отдых членов приемной семьи. И осуществляется она из расчета 6900 рублей на каждого члена приемной семьи, включая как подопечного ребенка, приемного ребенка, так и приемных родителей и их родных детей. То есть для чего эта мера была введена? Безусловно, для того, чтобы семья и ребенок отдыхали вместе, и, соответственно, вот этот контакт не прерывался, для того, чтобы они, в общем-то, смогли и оздоравливать ребенка, безусловно, и все время находиться вместе с ним, для того, чтобы вот эти вот связи семейные, родственные связи, вот эти детско-родительские отношения, они тоже не прерывались. Вот. Если говорить о обучении наших подопечных детей, те дети, которые у нас поступают и обучаются по программе подготовки служащих, то есть по программе это среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, предусмотрено в
в Московской области стипендия губернатора в размере 6000 рублей. То есть это тоже один из немногих субъектов, где предусмотрена такая мера социальной поддержки. Помимо академической стипендии, социальной стипендии, наши дети еще получают стипендию губернатора Московской области. И очень отрадно, что у нас число стипендиатов, в общем-то, каждый год растет. То есть наши ребята пользуются, поступают в средние профессиональные, в организации профессионального образования, которые обучают по программе СПО, и затем заканчивают и продолжают обучение дальше в вузах. Это очень здорово, потому что действительно сегодня государство дает возможность нашим детям получить достойное образование и, соответственно, быть успешным в этой жизни и востребованным, самое главное. Какие-то льготы при поступлении в ВУЗ существуют? Вы знаете, у нас, да, действительно сегодня есть льготы для наших детей при поступлении в только высшие учебные заведения. То есть они пользуются льготой, как дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты. Марина Александровна, вы говорили о том, что сейчас очень редко дети изымаются из семьи, но все-таки что является последним таким пунктом, аргументом в пользу того, чтобы изъять ребенка из семьи? Вы знаете, ну, самым, наверное, главным аргументом это, конечно, наличие опасности жизни и здоровья ребенка. Вот, безусловно, оставить ребенка в семье, где налицо опасность его жизни и здоровья, конечно, нельзя. То есть в данном случае решается вопрос, безусловно, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Это решение принимается как бы, это решение межведомственное, и тогда ребенок действительно забирают из семьи. Если передать его опять другим родственникам, нельзя. Вот. Но я еще раз повторяю, у нас вот, все-таки работа с семьями сегодня и участковой социальной службы, и комиссии по делам несовершеннолетних, и наших сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, и, соответственно, нас, управление опеки, настолько тесные и взаимосвязанные. У нас постоянно проходят межведомственные рейды. Вот те семьи, которые выявляются социально опасные, либо семьи группы риска, то информация приходит в один из субъектов, если поступает, то, безусловно, в общем-то, на обследование выезжают все сразу субъекты для того, чтобы принять правильное решение, в первую очередь в интересах ребенка. Но хотела бы еще сказать о том, что все-таки для того, чтобы своевременно выявить эту семью, то есть семью в социально опасном положении, для того, чтобы все-таки своевременно оказать помощь семье, у нас в Московской области принято постановление губернатора о раннем выявлении неблагополучия, семейного неблагополучия. То есть когда любая информация, то есть если от соседей, из образовательного учреждения, из медицинского учреждения, кстати, очень много граждан нам просто звонят и говорят, вы знаете, ну мы слышали, там вот ребенок по ночам поздно не спит, кричит, там родители ругаются и так далее. То есть это тоже как бы вот предмет того, чтобы принять эту информацию и, соответственно, проверить, а что же на самом деле происходит в этой семье и почему не нарушаются ли права ребенка. Вот. И если там действительно выехали, увидели, что есть определенные проблемные моменты, значит, безусловно, семьей начинает работать. И чем раньше вот это неблагополучие будет выявлено, тем успешнее будет работа с этой семьей, и она дает результаты. То есть, действительно, порой у нас есть женщины, воспитывающие одинокие мамы, которые воспитывают, да, детей, она одна, без помощи, тоже это, как правило, женщина, которая прибывает к нам на территорию городского округа Ликино-Дулево. То есть порой оказать помощь и, не зная, куда обратиться, тоже имеет место быть. Поэтому вот иногда данные сигналы, которые поступают, они просто помогают вовремя как бы отвести беду от этой семьи. По-другому я, в общем-то, не скажу. То есть включается социальная служба, когда начинает оказывать помощь, консультировать. Мы, управление опеки, безусловно, если необходима какая-то правовая консультация, комиссия по делам несовершеннолетних и, в общем-то, центр занятости у нас, например, как член комиссии, когда возникает у мамы, например, вопросы с трудоустройством и так далее. То есть эти вопросы все решаем. Это вот как раз та социальная помощь, которая оказывается в семье в рамках именно той работы, которая направлена на сохранение ребенка в семью. Марина Александровна, если у телезрителей остались вопросы, по каким телефонам можно к вам обратиться? Вы знаете, наши телефоны не изменились. Телефон управления 4
220936, это отдел устройства. Мой непосредственный телефон 422-17-23. У нас есть сайт управления опеки, то есть можно найти там, найти все контактные телефоны и всю информацию. В том числе на сайте у нас размещаются детишки, которые сегодня находятся вот в организациях, еще не устроенные в семьи. И если граждане еще не подобрали себе ребенка, то есть они могут также обратиться, посмотреть на сайте, обратиться к нам в управление. У нас также есть учет детей, поэтому всю информацию мы, безусловно, предоставим, и мы будем очень рады, если граждане, которые приняли такое важное решение, как принять свою семью ребенка, подберут у этого ребенка и будут воспитывать его в семье. От этого будут счастливы все и ребенок, и родители. Спасибо, что пришли в нашу студию. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.